Как делишки, ребятишки, с вами снова я, Дисайн и Жека, и добро пожаловать в нашу вторую серию нашей новой рубрики, где мы с закрытыми глазами угадываем постройки. И да, ребята, всем привет, и под предыдущей серией вы поставили очень много лайков, поэтому мы выпускаем эту серию, да, Эдисон? Конечно же, ребята, если вы хотите еще одну новую серию, то обязательно влепите огромный палец вверх и на мой видос, и на Жекин видос. Набираем 15 тысяч лайков, и сразу же выходит следующая серия, да. Я с тобой соглашусь, пойдем. Пошли покажем, пошли. Подожди, стой, мы никуда не идем. Подожди. А что они? Или мы идем? Мы идем показывать наши постройки или сразу идем отгадывать? Да сразу пошли отгадывать, я уже прям настроился, поэтому давай. Давай. Так, ты уже ничего не видишь, да? Сейчас, я закрыл. Да, подожди, я хочу тебе дать шлем. Шлем? Большого шлема. Подожди. Ну, у меня так глаза открыты вроде, ну пофиг, Подожди, тогда нужно закрытыми глазами. Что сделаешь? Вот, все. Я ничего не вижу. Так, хорошо, давай. Точно ничего не видишь? Я проверю. Я ничего не вижу. Ну хорошо, я закрыл глаза. Я только рот открыл, давай. Я тебя сейчас телепортирую, ты подожди две секундочки. Ну что, в принципе, ты можешь задавать мне вопросы. Я уже там? Да, а, ты уже там. Я уже там, хорошо. Так, мы начинаем, Евгений, да, мы начинаем. Ну что-то типа того, да. Хорошо. Давай, начнем с того, что это человек? Человек? Нет. Это не человек. Это... Кстати, мы еще... Секундочку, Эдисон, мы еще договорились с Эдисоном, что у нас теперь будет еще третий вариант ответов, возможно, частично. Ну хорошо. Но это нет. Это вообще не человек, ни в какой вселенной, это не персонаж, вообще не человек. Ты давай по одному вопросу, так звучит сложно. Человек, у него две руки, две ноги. Нет, так, давай вначале по одному, две руки, да. Это человек, да, человек, это или женщина, или мужчина. Нет, это не человек. То есть он, допустим, ну хорошо, вообще не человек. Ты понимаешь, не человек, который существует, а человек, типа. Голова, ну, типа... две руки, две ноги. А это как бы не вообще не факт, что это человек. У него это есть... Это... Давай по одному вопросу, я спросил... Две руки! Да, две руки. Две ноги! Да, две ноги. Голова есть? Есть. Два уха? Нет. В смысле? Это как? Ну нет. Две ноги. У всех существ на планете два уха. Той же собаки. Хорошо. Ну, так я тебе не говорю, что это вообще какое-то существо из реальной жизни. Может, вообще не из реальной жизни. А, то есть он просто, может, его там построил, и я должен угадать, что ты там построил, да? Да, Эдисон. Ты что, дурак вообще? Да нет, на самом деле ты это существо знаешь вообще. Давай по вопросам, давай. У него есть нос? Да, ну, он так, ну да. Да или нет? Да, есть. Нормальный обычный нос, человеческий. Ну, я бы не сказал, что он человеческий. Ну ладно, есть нос, есть. Это животное? Нет. Это хрень, я даже не знаю, как это назвать. Хрень. Эта хрень больше смахивает на человека или животное? На человека? Больше, наверное, все-таки на человека. Значит, это человек! Нет. Хоть я спешу тебя, я начинаю кашлять. Я, мать твою, не знаю. Так, хорошо. Если это не человек, твою мать, это пришелец какой-то. Да! Ага, он зеленый. Нет. Но пришелец, хорошо? Да, это пришелец. Ага. Ты, кстати, в нужное русло пошел, да. А, то есть у него не два глаза, может там три быть, да, или что-то такое? Так, ты давай вопрос, я буду... Хорошо, отвечать. У него два глаза, да? Да. Я его точно знаю. Прям вот 150. А ты его точно знаешь? Да, я его точно знаю. А наши подписчики его знают? Ой, хорошо знают. То есть это хренотень вот эта, она известная, да? Да. Известный пришелец, да? Да. Ему много лет? Нет. А. То есть он только что родился, можно вот так сказать, да? Ну да! То есть это, наверное, такое, типа, я родился, да? Типа вот так. Да, именно вот так. Значит, это лунтик, да? Ты угадал, да, снимай повязочку. Мать твою! Не человек, что-то похоже. Ну, так это же не человек, это пришелец. Я согласен. Ой, ну хорошо. А ты пешись ко мне, или пойди на спал. Подожди, я к тебе иду за повязочку вообще-то. Ай, точно. Да, так что жди. Ну, давай повязка! Не отдам! Нет. Ну ладно, что это, заканчивай серию.
Ну, хорошо, давай, пошли ко мне, пошли ко мне. Подожди, ага, да, все, я готов. Ничего не видишь, ничего не видишь. Вроде ничего не вижу, да. Ну хорошо, хорошо. Так, мне не двигаться, да? Вообще ничего не делать, ничего не делать. Ты телепортировал меня уже? Нет, подожди, еще нет. Погля! Сейчас все будет, подожди. В общем. Все, я на месте? Нет. Вот сейчас на месте. Ага, то есть я уже типа вижу, да? Да, ты уже типа видишь мою постройку, да. Ты его прекрасно видишь. Я ударился опять. Ну, так смотри, это живое? Нет. А, хорошо. Это какая-то постройка? Нет. Это какая-то вещь? Да. И этой вещью пользуется кто-то? Ну да, наверное. Хорошо. Это вещь из реальной жизни или из какой-то вымышленной вселенной? Она везде существует. В любой вселенной, в любой параллельной вселенной, понимаешь? Везде она существует, вот. А, вот так вот даже, да? Да. Хорошо, эта вещь круглая? Кругло? Частично. Ага, частично. То есть она не совсем круглая, она типа какая-то овальная, да? Нет, там есть просто различные элементы. Не только круг, а еще что-то есть. Вот. А, вот так даже. Вот так вот. Хорошо. Я эту вещь. Я этим пользовался этой вещью? Да. Это какой-то мячик? Нет. Хорошо. Эта вещь вообще, она полезна или для различных... Ну, она полезна как бы? Ну, я бы не сказал то, что она полезная, но она тебе 100% пригодится, потому что без нее ты вряд ли сможешь... То есть она полезна уже? Ну, так, да, можно сказать, может так, да. Она полезна. Так, да. Она для развлечений? Нет. Она для... Ну, без нее нельзя жить? Можно. Но без нее люди не живут? Частично. Кто-то живет, кто-то нет. Ну, большинство живут. Большинство живут. Да. Что за вещь такая? Круглая, как без которой... Частично круглая, то я тебе сказал, там две детальки. Она бывает круглая, бывает не круглая. Но в основном, понял. Так, хорошо. Эта вещь должна быть какого-то определенного цвета? Нет. Ты что ж ты такой? А она у тебя есть? Да, есть. Она у меня есть? Да, есть. Ты что, издеваешься? Я не знаю вещь, которая у меня есть? Есть. Все есть, Евгений. Да. Хорошо. Так, ну подожди. А эта вещь у меня появилась давно? Да, давно. Хотя, ну, не да, мне кажется, да, давно. Хорошо. Это какой-то аксессуар или это как бы, ну, это который на теле носят или вообще который... Нет, просто лежит. Как сложно. Подожди, это фигня показывает время? Нет. Это не часы, значит. Нет, это точно не часы. Я вас слушаю. Эта фигня дорого стоит? Нет. Какие-то странные мысли в голову лезут, честно говоря. Так, подожди. Это очень сложно, блин, я сейчас реально... Я поймаю. Это сложно, Евгений, это сложно, да. Я даже не представляю. Хорошо, эта вещь не пригодится на протяжении всей моей жизни или только вот сейчас? На протяжении всей жизни. Это круглая фигня, которая... Да не круглая! Я тебе в миллионный раз говорю, она не круглая! Можешь вообще забыть. Круглая, не круглая, тут вообще не обращай внимания на форму, вообще не круглая. Какая-то хорошо. Вещь, которая недорогая, которую можно купить, которую используют почти все. Что это за дичь? Да я сам... Ой, сложно, да. Хорошо, подожди. Эта вещь, она электрическая или просто обычная? Нет, просто обычная. Да иди ты в жопу, что это такое? Так, хорошо, эта вещь... Эта вещь большая? Ну, нет, то есть нет. Кисти. Нет, не больше. А то есть она помещается в руку? Да, она помещается в руку, да. Она помещается в руку. У меня... Я не знаю. Так, хорошо. С этой вещью что-то можно? Ну, её как-то что-то с ней сделать? На ней что-то написать, там, нет, я не знаю. Нет, нельзя. Она просто вот вещь как вещь, да? Да, вещь как вещь, да. Да иди ты в жопу, я в шоке, я реально вообще не знаю. Я уже все в голове перебрал, сколько можно. Да. То есть с ней вообще нахрен можно... То есть ты говоришь, она используется все, ну все почти ее используют? Да. Ну, нажать. Да, все верно. На нее нельзя нажать, она не электрическая, да. Ты издеваешься? Ну, это что за хрень? Сегодня я тебя потролю, как я вижу. Потролю я тебя же. Эдисон, это какая-то жопа реальности. Ну, помню, я говорю. Эту фигню едят? Нет. Я эту штуку сегодня видел? Сегодня, мне кажется, нет. Нет, сегодня не видел. Хорошо, эта штука есть у нас в доме? Да, есть.
Я ее сегодня не видел. Да, ну ты, мне так кажется, ты откуда я могу знать? Но мне кажется, ты его сегодня не видел. Подожди, а эта штука открывается? Как тебя закрывается, открывается, закрывается? Типа... Ну, типа то, что... Эта вещь открывается как-то и закрывается сама по себе? Да. Не-не-не, вот её можно открыть, закрыть. Именно эту вещь можно закрыть, открыть? Да. А именно эту вещь? Ну я тебя спрашиваю, эту вещь можно закрыть? Нет. Или открыть? Эту вещь не... Как ты эту вещь... Ну окей, типа, допустим, если бы это был телефон, ты спрашиваешь, можно ли открыть и закрыть этот телефон, да? Типа в этом ну, смысле. Ну, значит, нет, не в этом смысле. Нет. Я типа думаю, что они какая-то коробочка какая-то. Не-не-не-не-не-не-не-не. Хорошо, хорошо. Прям троллинг такой, знаешь, мини-троллинг. Ну хорошо, ты сам себя затроллил. Слушай, а это мягкая штука? Нет, нет. Ты сам себя затроллил, Евгений. Она твердая? Это твердая штука? Да, очень твердая штука. Она из дерева? Нет. Она из металла? Да, она из металла. А но она не электрическая. Нет, не электрическая. Да ты совсем. Ну давай, угадай. Подожди, это вещь, она как бы самостоятельная, она без какой-то другой вещи не существует. Ну, не может существовать. Она самостоятельная. Ну в смысле? Ну то есть, типа, вот, допустим, дверная ручка, да, это же не самостоятельная вещь, у нас дверью используют. Типа, это самостоятельная. В смысле, не понял. Пример. Дверная ручка. Ну. Да, она это не самостоятельная, потому что она без двери, она не может использовать. Я даже не знаю, как тебе объяснить. Типа, ну да или нет? Ну, то есть она для чего-то предназначена. Ну, как бы, если ты ее можешь носить в руке, кидать, швырять, скидывать там с 30 этажа, значит, она самостоятельная. Это самостоятельная, да. Да. Но она для чего-то нужна, без нее ты не сможешь прожить. То есть, ну, о, да, да, хорошо, я промолчу. Евгений, время поджимает на самом деле. Время очень поджимает. Я сдаюсь, на самом деле. Это ключ. Чего? Ключ. Обычный ключ, которым ты открываешь двери. Ну ты был близок, ты сказал, эту хрень открывают, я такой, опа! Нет, этой хренью открывают, а не эту хрень открывают, понимаешь? Это капец, как сложно. Ключ нахрен! Я еще с дверью был, капец, как близок. Да, еще с дверью, да. Ну я ж подсказки не могу тебе давать. Ну да, да. Да, ну все, пошли, пошли. Пошли. Это просто я что-то в шоке сейчас, честно говоря. Да. Я реально в шоке. Это ну ладно, окей, пойдем. Сегодня у нас будет такая небольшая серия троллинга, потому что если загадывать каких-то персонажей, людей, там, человек, там, футболисты, бла-бла-бла, это все изи. А я не буду давать Жеке такой огромный шанс выиграть. Поэтому, если я заказал ключи и он не отгадал, то в следующий раз я загадаю снег. Снег, да. Тем самым мы его еще больше потроллим, потому что если он ключи не угадал, то мне кажется, снег он еще больше времени будет угадывать. Поэтому я не буду ничего строить, я потом просто, когда он придет, поставлю вот так на землю снежок, и Жека будет его угадывать. Поэтому давайте мы потопали к Жеке, а потом вернемся на мою карту. Давайте. Ну что, Эдисон, ты уже ничего не видишь, как я понимаю? Да? А, я еще пока вижу, а вот опа! И сейчас я уже ничего не вижу. Сейчас уже ничего всё, хорошо, не вижу. Хорошо, Эдисон, мы проходим на мою вторую постройку. Я не знаю, сможешь ли ты ее отгадать быстро или нет. Да, хорошо, хорошо. Она уже посложнее, чем та, которая была только что. Хотя хрен его знает, посмотрим. Все, Эдисон, ты уже смотришь на эту постройку. Вот, и давай. Хорошо. Это живое? Нет. Так, хорошо, второй вопрос. Даже не вопрос, а утверждение. Я могу предположить то, что Жека сейчас будет мстить, да? За мою первую подстройку. Да, 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 да. Типа такая, он мне загадал ключи, как так, это слишком сложная постройка. Ну хорошо, хорошо, сейчас будет месть. Это вещь, или нет? Ага. Вещь? Да. Вещь, ага. Она у меня есть? Да. А у тебя есть? Да. А у скольки процентах населения этой планеты она есть? Это... А, ну сейчас подожди, я сейчас посчитаю так. Ну, у среднестатистических... Ну, вообще, я считаю, что, ну, по-моему, у каждого это человека есть. У каждого, да. Эта вещь, она большая? Что-то сравни с чем-то. Как голова, допустим. Нет, меньше. Меньше, как кулак. Ну, я даже не знаю. Ну, нет, не как кулак. Так, как голова или как кулак? Ну, ну что-то между. Между, ага. Ну, я не знаю, на самом деле сложно сравнивать, но... Я ее видел сегодня?
Сегодня не знаю, но тут ее видел недавно. Ее можно в руку взять? Да. То есть побросать, поподкидывать туда-сюда и вот это все, да? Если можно. Хочешь, можешь, как бы тут, да, тут да, как да. хочешь. Ее можно кушать, эту вещь? Нет. Нельзя ее кушать, да? Ну, может хавать, опять-таки, я не знаю. Нет, ты отвечай, ее люди едят нормально или нет? Нет. Я как бы и камень могу съесть на улице, но как бы ты отвечай по факту. Ну, ты спрашивай, типа, люди едят, я не знаю, ты ешь или нет. Ну, ты... А ты отвечай, как нормальный человек. Так, я ее сегодня видел, нет? Мне кажется, что нет, хотя, возможно, видел, я не знаю. Возможно, я ее видел, да? Хорошо. Да. Для чего она предназначена, допустим, для уборки? Нет. Для развлечения? Нет. Для чистки? Для чего-то там? Нет. Без нее вообще можно прожить? Можно? Нельзя? Ну, как и без ключа, да, можно прожить, принести. Нее. Угу. Это не для развлечения, да? Она полезная. Нет. Да. Полезная в каком плане? Не убирает, не чистит, не для развлечения. Может делать тебя красивее как-то? Нет. Не делает тебя красивее? Нет. То есть это не расческа, как я думал, и не зубная нет. щетка? Нет. Да, мучайся. Ее нельзя кушать, да? Нет. Вообще, нормальные люди ее не едят. Нет. Эту вещь. Вообще не едят, да? Не едят. Чего? А она деревянная? Нет. Железная? Ну, металлическая? Да. Металлическая. Ну, да, вот такая какая-то. То есть не ручка там для двери или еще что-то такое, нет? Да нет, нет. Не, металлическая. То есть она также самостоятельная? Ну, подожди, я не знаю, значит, какого она материала сделана. Не факт, что металлическая. Ага. Ну, точно не деревянная, какая-то такая, типа, я не знаю. Это как? Ты сам не знаешь, что ты построил, и, а как я могу она угадать? Разная бывает, понимаешь? Типа разная. Мужской, женский, она. Эта вещь, она. То есть я называю, допустим, не как мяч он, а она, типа, как ручка, она, да? Ты тупой! Нет, я не тупой, но это очень сложный вопрос, очень странный вопрос. В смысле? Типа, ну блин, ну стол! Как бы, хорошо, я стол называю. Это оно, ну типа, если в русске, да, и рот здесь мужской. Ну тогда все. Ааа, Жека, я не знаю. Жека, я не знаю, я тоже сдаюсь. Давай, гори, гори. Это термометр, ну градусник. Ну хрень, вот это градус. Ну ты тоже такой, ты сравнишь градусник и ключи. Чё, в смысле, градусник? Ключи, где люди ее используют, вот эти ключи, каждый день, и градусник, который я использовал последний раз, ну, лет 5 назад. Я все время использую градусник, использую термометр на улице, ее также используют в доме, типа, везде используют. Да, конечно, с этими постройками. Ну, кстати, не умеет признавать свои поражения, понимаешь, я признаю, я не отгадал этот ключ, что ты начинаешь? Ну, не отгадал, не отгадал. Ну, хорошо, хорошо. Ну что, Евгений? Хорошо, приступим к моей последней постройке, последней. Давай, давай, Эдисон, я готов. Ты готов, да? Я тебя мучить сейчас не буду, она будет очень простенькая. Прям настолько, потому что ты себе даже не представляешь, Евгений, даже не представляешь. Ты меня уже телепортировал? Я тебя уже телепортировал, и я, ну как бы ее уже построил, поэтому ты можешь уже смотреть. Вот. А, ну в смысле угадывай. А, ну да, угадывай. Давай, приступим посмотреть. Так, хорошо, начнем с самого банального вопроса, это живое? Нет. Это какая-то вещь, которую используют люди? Нет. Это постройка? Нет. Так. Я буду мстить сейчас. Хорошо, это какой-то минерал? Нет. Ну то есть это что-то, что от природы есть? Да, от природы. Ну так значит это минерал. Ну типа там песок, вода, там не знаю. Ну да, можно вот так сказать, хорошо. Ну типа да, что-то есть, что есть на этой планете. Ну, я не знаю, как тебе объяснить. Минерал, ну, да. Минерал. Хорошо, так, типа, хорошо. Это люди добывают? Нет, не добывают. Ну ты спрашиваешь. То есть это даже люди не используют. А, используют? В каких целях используют? Я не знаю. Я не знаю. Я не знаю, ты конкретнее вопросы задавай. Ну, это самый обычный конкретный вопрос. Типа, это люди используют, они берут это в руки, я не знаю, что-то делают с этим? Или это просто растет и растет? Ну, делают. Что-то доделают, мне так кажется. Хорошо, это растение какое-то? А нет. Это съедобное? Частично. Частично съедобное.
как это понять? А, люди, вот люди, так! Это люди едят? А, частично. Кто-то ест. Нет, ну, в основном это нельзя кушать, но некоторые есть такие уникумы, которые вот это едят. Возможно, даже ты ел, я не знаю. Хотя, мне кажется, я тоже ел. Ну да, возможно, возможно. Подожди, это какое-то это что-то совсем сложно. Типа, люди нормальные, а вообще это типа нельзя есть. А, это можно есть, но его никто не едят. То есть он невкусный. Он не предназначен просто для еды. Хорошо, понял, подожди. Такой вопросик, как ты мне задал, такой с подковыркой, это у этого мужской или женский род? Ну да. Этого, у этого. Или средний род? Мужской, мужской. Так, хорошо, то есть вот эта штука, это он мой, да? Да, можно вот это, да, он мой. Оно мое. Да, он мой. Все верно, Евгений. Так, хорошо. Хорошо, хорошо. Это фигня яркого цвета? Не, подожди, подожди, другой вопрос. Это фигня одного цвета. Ну, то есть, типа, это чисто зеленый там или чисто желтый, вот что-то такое. Или оно смешанное с какими-то другими цветами. Одного цвета? Ну, по натурали, можешь сказать, одного, да. По натурали, блин. По натурали. Натурально, да, натуральный цвет один. Однотонный, можно сказать. Это зеленый цвет? Нет. Это белый цвет? Да. Хорошо, так белая штука, которая есть на планете, которая растет сама. Давай, 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 ты близко, давай, Евгений. Которая есть. Это не такое сложное, как ключи, поэтому давай. Хорошо, это бывает во все времена года? Нет. То есть это бывает только зимой? Да. Я, кажется, понял, что это снег. Да, молодец! Да, ура! Я угадал. Когда бело-белое, когда я угадал, что это белое, стало просто. Ну вот. А в этой серии, ребята, у нас счет 1-1. Вот, а в прошлой серии вообще 2-2, да, было, как я помню? Да, да, в прошлой 2-2. Серии не раз. А, ну, мы не отгадали. Хорошо, хорошо. О, это было сложно, блин. Мне понравилось. У нас в этой серии прям, знаете, такие сложные уровни пошли, можно вот так сказать. Это вам не детские игры, не детские игры, да, Жека? Во-во. Так что расслабляться не нужно, тем более с нами. Дай, приходи на спаун, приходи на спаун. Да, я уже лечу на спаун, я уже пойду. Давай, 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 молодец. Родился. Ой, ну что мы можем сказать, Евгений? То, что... лепите! Лепите, конечно же, снеговиков, когда увидите снег на улице. Но также ставьте огромный палец вверх и на мой видос, и на Жекин видос. Набираем 15 тысяч лайков, и выходит новый видос. Да. И да, что я еще хотел сказать, что нужно подписываться на наши каналы, и еще самое главное, нужно подписываться на наши инстаграмы, чтобы смотреть за нашими фоточками в реальной жизни. Это же, конечно, и все ссылочки вы можете найти в описании, поэтому загляните туда обязательно. Ребята, мы вам говорим огромное спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока.